Меня зовут Алексей, я фитнес тренер такой уже около 5 лет. Начинал я еще в далеком, наверное, 2013 году, когда был скейт-парк на самолете, который уже скейт-парк. Там мы достигли больших успехов довольно. После того, как его снесли, был построен данный скейт-парк, на котором мы сейчас находимся. И один из больших минусов данного скейт-парка – это то, что он был построен не под райдеров. На задней части, что вы видите, спайн есть, разгонка есть, квотерпайп – это так называемые элементы фигур. Они были построены не для уровня тех, кто здесь катается. Для нас, ну, просто нет особой необходимости в этих фигурах. Часть построенных фигур на данном парке, они больше подходят для одного вида спорта, для скейтбординг. Для велосипедов они довольно маловаты. Они сделаны, во-первых, под неправильный углом для нас. И также маловаты, потому что велосипедная база, колесная база, она такая же, как и данные фигуры, что делает довольно тяжелым катание на них. При постройке нового парка хотелось бы, конечно, выделить основные аспекты. Это такие, чтобы были построены определенные масштабы, скажем так, под велосипед и под скейтбординг. В общем, под все виды спорта. Была согласована постройка с райдерами о том, что нам нужно, а что нам не очень-то и необходимо, в принципе. Вот. И, ну, масштаб, конечно, если будет, как в Краснодаре, будет замечательно.